Давайте заново. Наталья, морская пехота. Зачем вы похитили коньяк стоимостью 300 рублей? Ты говоришь, что коньячок? Ага. Извините, название было нехилое. Офицерский состав. Я, конечно, уже не в составе, но я составлю компанию. Кому? Любому офицеру, да, который имеет честь служить отчизне. Проверьте на вшивость. Вчера было день рождения концерна «Аврора». Кстати, он там, типа того, у круглой бани. Как же мы ее называли-то всегда? Шайба. Проживаете где? Город Санкт-Петербург. А конкретней? Суздальский, 3, корпус 2, квартира 105, 4 этаж. Помедленней. В данном гипермаркете что делаете? Шла мимо. Захотелось коньячку, да? Ну, типа того, поправить головку. Заметно. Ну, хлеб купил за сутки. Ага, это мы знаем. Чек только сохраните до выхода из магазина. Ну, типа того, там. Так что вы говорите, там все наше руководство пересажают, говорите? На нары посажают. О, круто. Ну, начинаю проверочку с рыбного отдела. Отлично. Потом дойду до салатов. Потом проверю баночки и бутылочки. Уже одну проверили, хотели проверить. Что вы? Я же не взяла. Вы украли ее. Да. Вы ее пронесли сквозь... через. Да, через расчетно-кассовый узел, спрятав под пальто. Это ужасно. Это очень низко. Это не мой стиль. Кстати, служба безопасности. Работает круто. Я знаю. Спасибо. Очень ладно, вовремя. Все закончилось.